Привет-привет, мои дорогие ребята, посмотрите, какое у меня блюдо, я придумала сама. Ну, где-то что-то подсмотрела. У меня осталось чуть-чуть картошки, прям, может, прям штучек 6-7. Ну, не выкидывать же, да? Я добавила туда сосисочков, яичков и сверху кунжута. Сыр решила, что будет лишний, сейчас пожру. И думаю, я схожу в магазин, я успею, и потом на работу. У меня сегодня вечером. Ну, естественно, это все идет вот так, чтобы было вкусно. Пол головы отрезанных и пожрем. Ну, вот этого не хватит. Чё скромничать-то? Вот у меня ножичек. И чё скромничать-то? Ой, думаю, что вкусно. Я не знаю, как назвать это блюдо. Все варится, не поднеся еще даже к рту. Ну что же делать, я такая. Вкусно. Давайте вот это сожрем. Это обалденно вкусно. Кто следит за моей грамотностью, спасибо. Куплю себе букварь. Блин, я давно не ела ливерной колбасы. Представляете? И вот даже не знаю, хочу я ее или как. На вечер у меня жрать нечего. Приду поздно. И что делать? Ой, а с кунжутом так вкусно. Я забыла, не помню, сказала я, что у меня тут кунжутик. Завтрак. Настоящий богини. А, еще забыла сказать. Ну, я не помню. Сейчас видео записывал, там поругалась, тут поругаюсь. Пишут мне. Ну, там, что, вот проживу на 200 рублей. Да, она жрет из холодильника детей. Представляете? Открываю и жру прям руками. Они варят суп, а я его жру руками. Они сварят картошку, пюре, а я ее жру руками. Прям так. Ну, чтобы не заметили. Вы по себе-то не судите. И вот скажу на будущее. Меня, мои родители, и как же и мои дети, допустим, воспитаны так. Мы росли в СССР, сами знаете, что раньше, допустим, конфеты. Было тяжело достать. И когда это доставалось, допустим, могло до праздников лежать. И если уж мне вот там сильно хочется, я всегда звонила маме. Когда не было дома телефона, я бегала вниз у нас там, ну, на улице, помните, вот эти таксофоны, это как они называются-то? Ну, телефонные будки. Я спрашивала: мам, можно я возьму это? Можно я возьму
то. Ну, вот тут так вот у нас. Без профиля никогда ничего не беру. Потому что это может быть нужно. И мои дети приучены так же. И я считаю, что это правильно. Слушай, так вкусно. Надо кунжут еще купить. И давно, думаю, давно шаурмы не было. А что, да? И колбасу не было веганой. Но зато это тоже вкусно. Практически ПП. ПП все включено. Белки, жиры и углеводы. Зато я доела картошку. И ничего не пропало. А вас всех обняла? Пойду поделюсь чем-то, с кем-нибудь. Чмоки-чмоки. Ваша Наташа.